Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Здравствуйте. А вот мой пирог готов. Сейчас я закончу с ним. А как я его готовила очень быстро, внизу в описаниях будет ссылочка. И вы прекрасно можете найти там рецепт. И я вам, кстати, еще расскажу один рецепт. Тоже такого пирога, только которые делаются немножко по-другому. А сейчас давайте я вот тут вот порежу, и мы с вами посмотрим, как он пропекся. Он, видите, он очень хорошо, кстати, поднялся. Замечательно поднялся. Вот как раз благодаря нашим пробиотикам, вот этим вот бактериям, которые я делала. Сейчас мы посмотрим. Смотрю, мужчины мне начали писать. Слушайте. О, вот, посмотрите. Ой! Ой, ой. Делается очень быстро, очень вкусно, хорошо пропекается. Посмотрите, какой он красивый, просто замечательный. Хорошо поднялся, очень хорошо. Вот. И видите, вы даже не замечаете там наш коктейль. А что в коктейле, вы сами знаете, там и орешки, чего только нет. И цвет вот такой вот, как... что ли, кофейный какой-то цвет. Вот такой цвет получается. Так, все. Теперь что мне нужно сделать? Теперь я хочу его посыпать сахарной пудрой. Но как я сделаю эту посыпочку? Давайте посмотрим. Вот сюда я положу сахар и еще грецкие орешки и кунжут. Вот мне нравится такое сочетание. Так. Все готово. Я уже не стала жужжать возле вас. Думаю, все время жалуются. И вот мне мужчина один пишет. Вы что, слишком умная? Ну вот как ответить на этот вопрос? А, ну вот как ответить на этот вопрос? Вы знаете, я думала, как ответить на этот вопрос. У меня, кроме как Фаина Раневская, больше никто не всплывает в голове. Я вам хочу сказать, что женщина, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги? Поэтому женщина, конечно, умнее. Но это не я так сказала, это так сказала Фаина Раневская. И мне очень даже нравится, как она сказала. Поэтому не задавайте мне такие вопросы. Тут все понятно. Так, смотрите. Сейчас. Вот так вот мы посыпем. Вот так вот. И еще немножко. Это вот такая вот орехово-сахарная пудра. Особо такой деликатный вкус придает, нежный вкус, я имела в виду, придает кунжут. Грецкий орех. Это ведь настолько полезно. Посмотрите. Готово. Вот такое пирожное будет. И еще я сделаю коктейльчик. Для того, чтобы под этот коктейль мои мальчики вечером порадовали себя. Вот такой вот, скажем, постный. Если не считать, конечно, яйца. Для мальчиков, для моих. Я это не кушаю. Они любят вот так, чтобы послаще, чтобы побольше, чтобы орешки были, кунжутик. Прямо снежное такое что-то. Снежное им нравится. Все. Вот и готов наш пирог. И ответ готов. Но я вам обещала дать еще один рецепт. Поэтому записывайте ингредиенты. 300 грамм творога – это тоже один из видов шарлотки. 4 яблока я иногда делаю. Где-то примерно 150 грамм сливочного масла. 1 стакан сахара, 3 куриных яйца, 3 столовые ложки сметанки, пол чайной ложки соды, ну, естественно, погасить, которую надо лимонным соком. И 2-3, ну, может быть, 2-3 стакана муки. Все.
И что делаем? Ну, размяли творог, взбили яйца с сахаром до густой пены, вот как я вам показывала. Растопили масло, чуть-чуть остудили и осторожно влейте это маслечко в яйцо. Добавьте творог, сметану и соду, тщательно перемешайте. И, кстати, муки должно быть столько, чтобы тесто по консистенции напоминало густую сметану. Вот как до этого я вам показывала. Добавьте нарезанные ломтиками яблочки и перемешайте, как я в прошлом видео, внизу в описании будет. Смажьте форму растительным маслом, выливайте в нее тесто и выпекайте на среднем огне, ну, примерно 40 минут, ну, максимально час. Я же не знаю, в зависимости от того, какая у вас духовка. И лучше зубочисткой проверять готовность. Вот. Вот так. Вот и все. Вообще, шарлотка – это не только вкусный зимний пирог, это еще ароматный и вообще отличный повод посидеть в компании. Вот так вот. А я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Приятного аппетита!